Разряд молнии поджег склад открытого хранения соломы агрохозяйства Каменское. Угу. Вот оно ударило уже. Вот пошло дальше. Шук-шук-шук-шук. Инцидент произошел в воскресенье, 4 июня, в 10 часов вечера в селе Позариха на юге Свердловской области. Целый месяц уральские крестьяне ждали дождя, а когда дождались, пожалели об этом. Вместе с дождем на Урал пришли грозы. Происшествие в Позарихе сильно расстроило жителей Каменско-Уральского, где позарихинская молочка чрезвычайно популярна. Но в самом АО «Каменское» их успокоили. Ни одна корова во время грозы и пожара не пострадали. Сгоревшая солома не является кормом для животных, в отличие от сена, и используется в качестве подстилки в стойлах. К тому же часть склада уже во время тушения пожара удалось растащить тракторами. АО «Каменское» является третьим по величине производителем молока в Свердловской области. Но под собственным брендом реализуется только четверть ее продукции. Три четверти каменского молока свердловчане выпивают под брендами других уральских молокозаводов.